Качество и доступность медицины на селе растет. Например, штат Сурской районной больницы пополнился сразу двумя новыми дефицитными для села специалистами – педиатром и гинекологом. Оба врача заключили контракт по региональной программе «Земский доктор». Молодые специалисты, кроме трудоустройства, получили единовременную выплату каждому по 1,5 миллиона рублей. Вышла из декрета вообще, родила двоих детей. В городе в Ульяновске было тяжело с двоими детьми. Родители живут здесь, то есть я из этого поселка родом. Вот, поэтому приняла решение ехать сюда. Ну и, конечно, еще с мужем взяли ипотеку. И, конечно, это тоже сыграло свое решение приехать сюда на 5 лет. Все устраивает, условия замечательные. Поликлиника у нас вся отремонтирована. Все хорошо, все есть. Люди настроены достаточно доброжелательно. Все нравится. В больнице пополнился штат и скорой помощи средним медицинским работникам по аналогичной программе «Земский фельдшер». Также помимо кадровой работы в районе создаются качественные условия для получения первичной медицинской помощи. Строятся новые ФАПы. В Чеботаевке, например, уже возвели каркас нового медицинского пункта. ФАП построен, можно сказать, уже готовый к сдаче. На сегодняшний день проводим работу по оформлению технического паспорта и ведем работу по привлечению финансов на оборудование и мебель. Слава богу, фельдшер есть на сегодняшний день, очень с хорошими характеристиками. ФАП будет обслуживать около 500 жителей села. Планируется, что медицинский пункт начнет свою работу до конца этого года. Стоит отметить, стоимость объекта больше 9 миллионов. Все средства были выделены по нацпроекту здравоохранения.